Приветствую всех на канале. Сегодня будет немножко необычное видео, а именно не будет снят вживую процесс диагностирования, потому что в принципе работа уже сделана, возможности снимать не было, это было на выезде, поэтому уже как есть. Но все-таки случай интересный, я думаю, что может кому-то пригодится, может даже кому-то поможет решить нетривиальную задачу. В общем, ближе к делу. Имеем Mitsubishi Pajero, 94 год, двигатель 3.5 бензиновый, V-образная шестерка, 6G74. Он перестал заводиться. В общем, так как автомобиль находился довольно далеко от меня, километров 80, наверное, то сначала его пробовали диагностировать своими силами. Была проверена искра на всех свечах, она была... Ну, хорошая, то есть пробивала больше 1 сантиметра. Также проверилось давление топлива, то есть оно соответствовало спецификациям. Утечек не было, то есть оно не обваливалось после выключения бензонасоса. Дальше проверили метки, точнее сказать, проверили метки именно на распредвалах, потому что к коленвалу доступа не было. То есть сняли вот эти крышки. И там увидели 4 распредвала, вот этот двигатель, и все 4 метки, то есть на всех 4 валах, когда мотор ставился по меткам, они совпадали. Но, к сожалению, не было доступа посмотреть метку на нижнем шкиве, потому что, ну, визуально его не видно, нужно было значительно разобрать для того, чтобы добраться ко всем меткам и сказать 100%, что они есть. Но так как все 4 распредвала совпадали, то в принципе вероятность того, что разъехался только коленвал относительно 4 распредвалов, а они в свою очередь остались на месте, была невысокая, и поэтому в принципе решили, что с метками порядок. И кроме того, в подтверждение этому предположению был нормальный звук при прокрутке стартером. То есть слышно, что есть компрессия во всех цилиндрах. Одним словом, не похоже было на то, чтобы метки ушли. В общем, на этом диагностика в телефонном режиме и закончилась, потому что стало ясно, что нужно видеть машину вживую. И мы решили, прежде чем тянуть на буксире или на лафете сюда этот Mitsubishi, то... Все-таки решили попробовать съездить на выезд и посмотреть, может быть, там что-нибудь решится. Тем более, что я, в принципе, если, скажем, проблема была бы с метками или еще с чем-то, я бы вряд ли это делал. А пригнать его сюда просто, чтобы диагностировать и потом где-то в другом месте чинить. То есть решили попробовать. Итак, когда я приехал туда на место, открыл капот, я увидел такую вот картину. V-образная шестерка, 24 клапана. Что ж, первым делом я послушал, как он крутит, и действительно компрессия на слух во всех цилиндрах была. Двигатель действительно пытался запуститься. На слух было такое впечатление, как будто он был залитый. Но при дальнейшей прокрутке, уже с пускозарядным, стало ясно, что есть какая-то проблема с зажиганием, то есть оно не на месте, потому что были слышны отчетливые хлопки на впуск, иногда и на выпуск, и в то же время было... слишком раннее зажигание, потому что иногда были удары по стартеру, то есть поршень еще только начинал подниматься вверх, а уже происходило воспламенение и обратный удар по стартеру. В общем, увидев такую картину, я решил первым делом снять осциллограмму давления в цилиндре и посмотреть правильность искрообразования, то есть насколько далеко ушла искра от ВМТ, если она вообще ушла. Для этого я воспользовался датчиком давления в цилиндре. Если кто не знает, это вот такой вот приборчик. Он вкручивается в цилиндр вместо свечи. Вот таким вот образом здесь можно видеть. И подключается к осциллографу. В это же время высоковольтный провод, который должен был одеваться на свечу, он подключается к массе через разрядник. И на сам провод одевается щуп. Высоковольтный датчик емкостный, при помощи которого мы будем отслеживать искрообразование. Такое подключение дает нам возможность получить вот такую вот осциллограмму. Итак, на этой осциллограмме есть два графика. Один из них синий, который соответствует давлению в цилиндре. И второй из них желтый, который соответствует искрообразованию. Итак, начнем с синего. Значит, несложно догадаться, что здесь, где у нас идет пик давления, то есть в этой точке,
будет ВМТ в диагностируемом цилиндре. Почему это происходит? Ну, потому что здесь закрываются оба клапана, поршень начинает движение вверх, и, естественно, объем камеры сгорания уменьшается, газы в ней сжимаются, и понятное дело, что в верхней мертвой точке сжатие будет максимальным, а, соответственно, и давление точно так же. Процесс этот повторяется из цикла в цикл, то есть между этим пиком и, скажем, вот этим пиком у нас будет один полный цикл, то есть два поворота коленчатого вала и один поворот распределительного вала. То есть 360 на 2 это 720 градусов. Так и расставим маркеры. Так, вот 720. Теперь немножечко увеличим. И посмотрим, где в это время происходила искра. Здесь, наверное, лучше еще немножко увеличить. Итак, вот на желтом графике видно такой импульс, всплеск, который соответствует искрообразованию в диагностируемом цилиндре, то есть в том, в котором мы вкрутили датчик давления. Если мы посмотрим, то искра у нас была, не доходя до ВМТ, примерно на 2-3 градуса. В принципе, это и есть угол опережения зажигания, он такой маленький, потому что обороты при прокрутке стартером весьма маленький, а угол опережения, в принципе, увеличивается при увеличении оборотов. То есть, в принципе, как бы нормально, этот цилиндр должен был бы работать, потому что компрессия есть. Не смотрите на то, что пик срезанный, просто у меня датчик давления всего до 6 бар, а компрессия в цилиндре больше, поэтому пик срезается. То есть, в идеале, здесь должен был бы быть примерно вот такой еще пик. Но так как датчик у меня больше давления не воспринимает, он просто его срезает. В общем, не суть. Итак, искра у нас на месте, но при более детальном осмотре мне сразу не понравилось то, что внутри одного цикла, то есть 720 градусов, у нас не одна искра, и не две, одна большая, одна маленькая, как в DIS-системе. Ну, то есть, когда катушка, одна катушка обслуживает сразу два цилиндра, а мы имеем еще, то есть одна искра здесь, одна искра здесь, одна искра здесь, то есть три искры вместо одной или двух, да, в зависимости от системы. То есть здесь были какие-то неясности, и чтобы как-то объяснить это, я решил снять осциллограмму в соседнем цилиндре. А еще одна штука: осциллограмма снималась со второго цилиндра, обусловлено это тем, что доступ к цилиндрам, в принципе, был... Нет, не так. Что доступ нормальный, свободный, сравнительно свободный доступ был только к цилиндрам левого банка, то есть банка номер 2. И здесь у нас находился цилиндр номер 2, цилиндр номер 4 и цилиндр номер 6. То есть поэтому первым делом осциллограмму я снял именно со второго цилиндра тут. Когда мне не понравилось то, что я увидел, я решил снять осциллограмму еще в соседнем цилиндре, то есть в четвертом. И что ж, когда я снял осциллограмму в четвертом цилиндре, то я увидел еще одну интересную штуку. Итак, опять же, здесь все так же самое. Синий — это график давление, желтый — график искрообразования. Итак, опять же, расставляем маркеры между пиками, указываем, что это 720 градусов. И теперь при более детальном рассмотрении, увеличенном, давайте даже так, чтобы было понятнее. Вот, мы видим, что в районе ВМТ, да, вот тут, никакой искры нету. А искра у нас есть аж на 127 что-то такое градусов. Насчет этих градусов, они не очень точные сейчас, потому что для того, чтобы все было четко и точно, необходимо, чтобы двигатель вращался с равномерной скоростью, а при прокрутке стартером это невозможно. Итак, 120 125, что-то такое. В этом цилиндре никак уже не может, он никак не может работать, потому что искра совершенно далеко от того места, где она должна быть. То есть она должна быть в конце такта сжатия перед рабочим ходом возле ВМТ, а она у нас уже аж
на такте, в конце такта рабочего хода, уже после того, как открывается выпускной клапан, это вот эта вот ямочка на графике. То есть и только после того у нас искра. То есть поршень был наверху сжатый, спустился вниз, давление упало, уже начал открываться выпускной клапан, поршень понемножечку уже начал выдавливать газы из цилиндра в выхлопную систему, и только тогда блок управления двигателем проснулся и дал искру. То есть, естественно, такой цилиндр не отработал. Максимум, что здесь может быть, это хлопок на выпуск, потому что не отработавшая смесь воздуха с топливом пошла на выпуск, и вдогонку ее подпалило искрой. То есть, вполне нормально, что мы слышали хлопки на выхлоп при таких осциллограммах. Что ж, после этого, для того, чтобы уже убедиться, что здесь определенно есть проблема, я снял осциллограмму еще в одном цилиндре, к которому был доступ, то есть к шестому. Ну и в шестом цилиндре я увидел, в принципе, аналогичную картину. То есть в самом ВМТ вот здесь никакой искры нету, а искра есть вот тут. Если мы расставим маркеры, 720, посмотрим, где искра, то мы увидим, что ну, здесь 110, тоже около 120 градусов. В общем, после просмотра этой осциллограммы я, в принципе, четко понял, что что-то у нас где-то уехало. Или есть какая-то проблема с задающими датчиками, потому что здесь угол опережения и, в принципе, зажигание выставляется уже не вручную, то есть как когда-то было трамблерами и так далее, а это делает компьютер, опираясь на сигнал из датчика положения коленвала, ну и, наверное, распредвала. В общем, таким образом я решил снять осциллограмму с датчика положения коленвала и распредвала. Для этого я открутил вот эту крышку и прямо под ней нашел два разъема. Один датчика коленвала, второй распредвала. Подключился одновременно к обоим из их сигнальных выводов, предварительно проверив их питание, и получил такие интересные осциллограммы. Итак, верхний график — это у нас график с датчика положения коленвала, нижний график синий — это у нас график с датчика положения распредвала. И, в принципе, первым делом, что меня интересовало, это, конечно же, уровни, то есть низкий уровень на одном датчике и на втором датчике соответствует полвольта и полвольта. В принципе, это нормально, в пределах допуска. Высокие уровни и на том датчике соответствуют 5,2 и 5,2. То есть и тут, и тут. В принципе, это тоже нормально. О чем это говорит? Это говорит о том, что оба датчика электрически исправны. Они прекрасно отслеживают движение задающихся дисков, меняя свое напряжение от 0 до 5 вольт, то есть переходя из логического 0 в логическую единицу. Дальше, чтобы что-то диагностировать здесь дальше, отлично было бы иметь эталонный график этих двух датчиков, то есть конкретно их соотношение. Но так как у меня этого графика не было, я прошарился по всем своим базам данных и, к сожалению, ничего подобного не нашел. Поэтому все, что мне оставалось, это констатировать тот факт, что уехала искра на 120 градусов из-за того, что что-то где-то разбежалось. Но что конкретно, я, к сожалению, пока не знал и не мог знать. В общем, дальше я решил снять еще пару осциллограмм. Вот, к примеру, одновременно снял осциллограмму давления во втором цилиндре, искрообразование во втором цилиндре и датчик положения коленвала. Исходя из этого графика, я, в принципе, понял, что у нас каждый вот этот пик соответствует цилиндру. То есть это у нас был второй цилиндр, соответственно, здесь он будет снова вторым. Если мы их дальше пройдем, четвертый, пятый, шестой, первый и второй. То есть цикл будет повторяться. Я в базе данных нашел порядок работы цилиндров, и оказалось, что он допредельно простой. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый. Как есть, так они все по очереди и работают. И
Тогда я понял, что каждый из этих пиков соответствует верхней мертвой точке каждого цилиндра. В принципе, дальше там на месте делать было нечего. То есть дальнейшая диагностика была возможна только путем разбора, чем ребята и должны были заняться. Поэтому я, в принципе, поехал домой. И дома уже мне не давала покоя эта проблема. То есть почему так, что там уехало. По идее, все вроде как на месте, и метки вроде бы на месте, и компрессия на слух есть. И, ну, в общем, все вроде бы есть, а он не заводится. И тогда я начал искать эталонную осциллограмму, и на просторах интернета я ее нашел. И выглядит она примерно вот так. То есть здесь мы имеем опять же два наших графика. Верхний — это график положения коленчатого вала, нижний — это график положения распределительного вала. И обрадовавшись, что я ее нашел, причем она довольно информативная, здесь, во-первых, есть соотношение сигналов по положению, во-вторых, на сигналах указаны верхние мертвые точки. И если мы посмотрим на то, что указано на этом графике, и то, что мы имеем в действительности, то мы посмотрим, что в принципе все довольно близко. Итак, здесь мы имеем ВМТ. Я поставлю маркер примерно вот в этом месте. У нас ВМТ. И так же самое и на графике. То есть ВМТ каждого цилиндра соответствует вот с этим пиком, да, с этим импульсом. Ну, единственное, что здесь 5 градусов. Он должен быть немножко раньше. Здесь такого нету, но опять же 5 градусов это не столь существенно, в то время, когда у нас искра ушла на 120. То есть в общих чертах оно тут где-то на месте. Убедившись, что эти импульсы совпадают с ВМТ, я пришел к такому выводу, что скорее всего у нас задающий диск и шпонка на коленвале, на шкивах, на всем этом, она в порядке. То есть задающий диск относительно коленвала не уехал. Непосредством шпонки, непосредством, там, не знаю, каким-то образом, если он там испортился и так далее, провернулся, согнулся. Дальше меня интересовало, а действительно ли совпадает коленвал относительно распредвала, то есть не разъехались ли метки. Тогда я открыл осциллограмму, на которой был коленвал-распредвал, и тут стало интереснее. Графики очень похожи, то есть верхний график коленвала примерно такой же, как и на эталонной картинке, а вот с нижним все не так сладко. Если мы посмотрим на соотношение коленвал-распредвал на эталонной картинке и на той, которую мы сняли, то мы увидим интересную штуку. На эталонной картинке первым идет широкий импульс распредвала, а за ним следует нарастающий фронт уже коленвала. А мы имеем наоборот. То есть это говорит нам о том, что зеленый график, вот этот, он у нас съехал в эту сторону. Еще раз, на картинке, если мы проведем маркер, сначала идет широкий импульс, нижний, за ним уже следует вот этот импульс, узкий верхний. А у нас сначала следует узкий верхний, а за ним уже идет широкий нижний. Проанализировав эту осциллограмму, мы однозначно видим, что коленвал и распредвал между собой разъехались. Для того, чтобы хотя бы примерно определить, насколько, я расставил маркеры на один цикл, опять же выставил 720 градусов. И теперь давайте посмотрим. Значит, вот этот фронт, который у нас здесь находится, если верить эталонной осциллограмме, должен находиться где-нибудь примерно вот здесь. Да, где-нибудь примерно вот здесь. Таким образом, разбежка между тем, что есть, и тем, что должно быть, составляет примерно 40 градусов. Вот здесь пишет разницу. Что ж, это, конечно же, уже радует. В принципе, причина найдена. У нас разъехался коленвал относительно распредвала, но этот ответ порождает еще больше вопросов. Коленвал с распредвалом разъехался всего на 41 градус. А при этом искра у нас ушла, как мы помним, на целых 120 градусов. 110-107. Почему же так получается? И тут вопросов стало больше, чем ответов. Тогда я начал внимательно разбираться, а как же работает эта система фазирования,
То есть как определяется, где какой цилиндр и как вообще все это происходит. И тогда я заметил одну особенность. Если мы посмотрим внимательно на верхний график, то есть график положения коленвала, то мы увидим, что он однородный. То есть он повторяется из цикла в цикл. И здесь нет какой-либо метки, которая бы говорила блок управления двигателем о том, что сделан оборот. То есть благодаря вот этому сигналу блок управления двигателя знает, что уже ВМТ, когда происходит этот фронт. Но он не знает, в каком цилиндре это ВМТ. Если мы сравним его с графиком более новых систем, например, сейчас выберем какую-то осциллограмму. Так, возьмем, например, Golf 1.6 BGU двигатель. Вот. Здесь мы имеем верхний белый график, это датчик положения коленвала. И второй график, желтый, это канал синхронизации, то есть опять же искрообразование. Давайте увеличим, опять же, внутри одного цикла. Итак, мы видим, что здесь точно так же за один полный цикл, то есть с этой точки до этой точки, двигатель делает два полных оборота коленвала. И мы видим, что этот диапазон укладывается два цикла с датчика положения коленвала. И интересной особенностью, в отличие от нашего графика, так это то, что здесь, в этой точке, задающий диск имеет пропуск двух зубьев, благодаря чему блок управления двигателем знает, что был сделан оборот. И таким образом он знает не только, что ВМТ там в каком-то цилиндре, а он знает четко и конкретно в каждый момент времени, где находится коленчатый вал. Если мы посмотрим на наш график, то здесь такого нету. То есть он не может знать, в каком именно цилиндре это ВМТ. И для этого на данной системе используется датчик положения распредвала. Если мы посмотрим внимательно на его сигнал, то мы увидим, что здесь уже сигнал неоднородный. То есть если на верхнем графике все импульсы одинаковые, в нижнем графике у нас есть один импульс шире, а остальные три уже. И тогда я задался вопросом, а как же в действительности происходит процесс фазирования? И тогда мне пришла мысль о том, что ввиду того, что блок управления двигателем не может судить только с одного лишь датчика коленвала о том, в каком цилиндре сейчас ВМТ, и он по-любому использует для этого сигнал распредвала. И тогда я предположил, что возможно при каждом переходе с логического нуля в логическую единицу датчика положения коленвала, блок управления двигателем опрашивает при этом датчик положения распредвала. К примеру, здесь мы имеем переходной процесс. Сигнал изменился с логического нуля на логическую единицу. В это время блок управления двигателем опросил датчик положения распредвала. И на нем в это время была логическая единица. Затем был следующий переходной процесс. И в это время здесь также была единица. Таким образом, код для первого цилиндра получился 1-1. У второго цилиндра, соответственно, этот код будет 0. В этом месте был логический 0. А в этом месте была логическая единица. По такой же аналогии можно проставить все остальные цилиндры. Итак, вот такие интересные коды мы получили. Этот код для цилиндра номер 1, этот код для цилиндра номер 2, ну и так далее. Вот. То есть теперь мы видим, что каждый цилиндр имеет свой код. Причем, что интересно, можно заметить, что у цилиндра номер 2 и цилиндра номер 5 код совпадает. И у цилиндра номер 3 и цилиндра номер 6 также код совпадает. То есть 0,1 у 2,5 и 0,0 у 3 и 6. Интересно то, что как раз эти цилиндры и являются парными. То есть те цилиндры, у которых оба поршня одновременно находятся либо вверху гильзы, либо внизу гильзы. Также оба эти цилиндра, то есть 2, 5, 3, 6 и 1, 4, они обслуживаются, в свою очередь, каждая пара своей одной катушкой. Убедившись в этом, в принципе, стало понятно, что такой принцип определения цилиндров действительно может быть. И тогда я решил посмотреть, а что получается сейчас у нас на том графике, который мы сняли. И тогда я решил
точно так же по этой же аналогии проставить коды, которые теперь видит блок управления двигателем. Итак, для начала распишем цилиндры. Теперь посмотрим на коды. Итак, вот такие коды мы получили. Как мы видим, конечно же, теперь они не соответствуют из-за того, что оба графика между собой разъехались. И теперь посмотрим, когда у нас в действительности первый цилиндр, какой код он видит теперь для этого первого цилиндра. Если мы посмотрим 0,1, то мы увидим, что это цилиндр либо второй, либо пятый. Для цилиндра номер 2, который в действительности втором, он видит код 1,0, который соответствует либо четвертому, нет, только четвертому. Дальше, для третьего цилиндра, опять же 1,0, то есть четвертый. Четвертого цилиндра 0,1. Код 0,1 это может быть опять же либо второй, либо пятый. 0,0 это у нас третий, либо шестой. И 1,0 опять же четвертый. Теперь становится более понятно, почему, например, во втором цилиндре были лишние искры, потому что порядок никак не сохраняется, и блок управления двигателем просто сходит с ума. И понятно, почему в цилиндре 4 и 6 было смещение. Итак, теперь, если мы посмотрим, какой из этих двух цилиндров можно выбрать в каждой паре, где есть два варианта, то блок управления двигателем после того, как он увидел, что был четвертый цилиндр, он не выберет второй цилиндр, а выберет пятый, потому что порядок работы 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, хотя он видит, что этот цилиндр может быть и вторым, и пятым, он его выберет как пятый, потому что до него шел четвертый. Таким образом, порядок будет такой. Затем, после того, как отработал пятый, он уже не выберет третий, он будет считать, что это шестой цилиндр. Таким образом, в этих трех цилиндрах, и даже здесь, наверное, тоже, то есть был четвертый, затем идет не второй, а уже будет пятый. Таким образом, мы видим, что просматривается интересная закономерность на вот этих вот трех цилиндрах, даже четырех цилиндрах. То есть пятый здесь был, вот он опять же будет первый на деле, а пятым его будет распознавать блок управления из-за смещения. Итак, тогда мы увидим, что здесь просматривается смещение. То есть на деле цилиндр третий, а он видит его как четвертый. На деле цилиндр четвертый, он его видит как пятый. На деле цилиндр пятый, он его видит как шестой. То есть как раз благодаря этому у нас и происходило то интересное смещение в 120 градусов. Почему именно в 120 градусов? Все дело в том, что цилиндров в двигателе 6, полный цикл его занимает 720 градусов. Если мы 720 градусов разделим на 6 цилиндров, то мы увидим, что между цилиндрами есть смещение в 120 градусов по порядку работы. То есть можно открыть такую интересную картинку и просмотреть, что действительно так и есть. То есть, вот тут у нас ВМТ первого цилиндра. Мы видим, что тут идет конец такта сжатия, начало такта рабочего хода. И через 120 градусов то же самое будет происходить в цилиндре номер 2. То есть, между ними смещение, вот это, как раз и составляет 120 градусов между цилиндрами. Поэтому и происходит такая интересная штука, что когда мы открывали график давления в цилиндре, то мы и видели смещение как раз на те самые 120 градусов. Происходило это из-за того, что цилиндры блоком управления распознаются со смещением. Так, давайте еще разочек посмотрим. Увеличим. Расставим маркеры. Что ж, я расставил маркеры через каждые 120 градусов, которые будут соответствовать ВМТ всех цилиндров, которые были. Итак, сразу их подпишем. Это была осциллограмма шестого цилиндра. Теперь давайте посмотрим, что у нас было с искрой. Я ее здесь подведу, потому что из-за маркеров плохо видно. Итак, как мы видим, когда ВМТ было в цилиндре номер 6, то в нем искры не было. В цилиндре номер 6 была искра тогда, когда ВМТ было в цилиндре номер 1 и номер 4.
Хотя, по идее, она должна была происходить тогда, когда ВМТ будет в шестом и когда ВМТ будет в третьем. Потому что парные цилиндры у нас это 6.3, 2.5 и 1.4. Что ж, теперь, в принципе, картина сложилась. Остался только вопрос, почему во втором цилиндре была еще лишняя искра. Но, в принципе, неудивительно, что блок управления двигателем сходил с ума, потому что порядок цилиндров не выполнялся. В общем, теперь я уже был 100% уверен в том, что съехали метки на 40 градусов. Это либо 2, либо 3 зуба. Я просто не знаю, какое количество зубчиков на шестерне коленвала. В общем, проделав весь этот анализ, я уже со спокойной душой отзвонился ребятам, сказал, чтобы они смело разбирали. И после разбора действительно выяснилось, что распредвал относительно коленвала ушел на 3 зубчика. Затем они поставили метки по местам, и он завелся с полоборота. В общем, диагноз подтвердился, таки действительно перепрыгнул ремень. Это очень хорошо видно на этих двух графиках. Но разобрав, как на этой системе происходит фазирование, как каждому цилиндру присваиваются коды, стало понятно, почему. Ремень прыгнул всего на 40 градусов, а искра, ну и все фазирование убежало на целых 120. В общем, такой вот нестандартный случай. На новых системах такого нету. То есть 2-3 зуба никак не мешает заводиться, при условии, что клапаны еще не погнулись. В общем, такой вот случай в копилку знаний. Его, надеюсь, кому-то когда-то он поможет решить проблему.